Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like Up Game и добро пожаловать на начало прохождения Just Cause. Усаживайтесь поудобнее, всем привет, просмотр, вот и добрались мы до этой уникальной игры. В принципе, если нам... Так, дайте я, наверное, в настройках... немножко чище сделаю. Если нам, в принципе, зайдет плюс и минус, мы, наверное... Потому что у меня в Steam... Основные сменили, вы хотите? Да-да-да, у меня в Steam первая, вторая и третья часть куплены. Вот, а четвертая, в принципе, часть, ну, в принципе, можно докупить. Они все равно по скидке постоянно действуют, на них скидка на Just Cause. И, в принципе, цена не такая уж высокая. Так, новая игра, да? Давайте посмотрим. Я просто помню эту игрушку из детства. В принципе, что там? О, господи, это мой... Salisburyan guerrillas have declared war on the Mendoza government. Guerrilla spokesman and revolutionary frontman Jose Carmica says, quote, Mendoza is a rabid dog that should be put to death. The Republic of San Espirito, once known as the Pearl of the Caribbean, is now an island in turmoil. The guerrilla movement, known as the People's Revolutionary Army of San Espirito, has been fighting the rule of the nation's president, Salvador Mendoza. San Espirito. Another peasant regime that has to be toppled. President has to go. Мне что-то по графике на Fallout 1 напоминает. Он плюс-минус есть такие что-то. Хотя они, наверное, на одногодке, может быть. Замечательно. Блин, точно Fallout 1. Ну, чуть получше. Так. Что? Так, мышку тоже умеем, да? Rico Rodriguez, nice of you to drop by. I'm так, waiting for you at El Rosario, but get your ass in gear. I'm expecting company. Шелдон, мы Шелдон. Это играть и этот. Так, блин, а как долететь-то? То, что не W нажимаю, он стопорем летит. Господи, такой щек, как будто я разбился. Знаете, а почему мышка тут нету? Так, управление, плавание W, использовать для так поворота, понятно, погружение, левый shift, чтобы плыть вперед. Тяните, нажмите, удерживайте при погружении, используйте ВСД, время плавания для глубины. Jesus, Rico, that was not even close to the drop zone. Now get your ass over here before I get wiped. Господи, меня тут не задавит. Так, а он мне спаси. Да. Смотрите. Мы перехватили управление лодкой, ВСД, задний ход. Так, это понятно. Так, дайте мне. Фиксы, кстати, поставил на русскую перевод. Слушай, а русской озвучки не было, интересно? Рико, ты можешь chase tail later, when I'm not in the middle of a friggin' war. Так, слушай. Так, что это такое? Боевой, так... для смены видов оружия. Стрельба с помощью... Ух ты, нифига себе! Я, кстати, не знал, что мы тут можем так запрыгивать. Так, и выйти. Прыжок, кстати, что не работает? А почему прыжок не работает? На что прыжок? Потому что прыжок... А вот. Rico, you can chase tail later when I'm not in the middle of a friggin' war. Так, давай вылазь. Ты еще медленно не можешь идти, чувак?
Так, а у меня оружия нет, а что мне как? А, он у меня и так же бежит. Рико, you can chase tail later when I'm not in the middle of a friggin' war. Чувак, я понял, но у меня оружия нет, а как тебя спасти? Блин, он там всех почти переселял. Давай, чувак, давай, я верю в тебя. А, вот. Я пришел тебе напомнить, братан. Брат, я тебе пришел напомнить, да оружие тут соберем все. Okay, we're heading out. Follow me to the MV. Так, секунду. Окончательно не обезумел от гнева. Так, поставил я русскую озвучку. Так, я думаю, получше будет играться. Слушай, а у меня джойстик подключен. На джойстике нельзя управлять случайно? Управление. Так, дайте нажму, я сейчас посмотрю. Ходьба, поворот. А, нет, нет, нельзя. Эх, жалко. Ну там можно отдельную прогу скачать, но ладно. Мы не будем качать. Позиция. Так, немножко звук убавил еще. Поэтому свои приколы оставь на потом. Все, все, еду, еду, дядь, еду, еду, еду в Магадан. Так, здесь вылететь мы сможем, так? Я его вижу. Так, а как мне драться? А, у меня и были, кстати, пистолеты, надо было просто на днёрку нажать. Убейте его. А я колесиком еще до этого листал. Ну что? И не благодари. У меня здесь нарушитель, сюда. Шу, шу, угорайте. Идите сюда, он здесь. А мне, кстати, что-то у меня хпшка вообще не тратится. Я его вижу, вон он. Убейте его. Замечательно. Отличная работа, Рика. Рад тебя видеть в целости и сохранности. Хорошо, следуй за мной. Я, знаете, кстати, я постоянно хочу нажать на шип, чтобы быстрее бегать, а он и так, кстати, быстро бегает. Видите, на шип нажать, он наоборот медленно идет. Так, а что у нас? Кулаки? А, смотрите. О, замечательно. Что это такое? Я его вижу. Это вот автозапас, что ли, какой-то? Правда, управлять тяжело как-то влево-право. С натугом. Ах, вы паршивый. Да, какой-то автозахват, смотрите, тут действует, и непонятно. Я, кстати, в Just Cause только в раннем-раннем в детстве, короче, играл. В Just Cause вообще, у меня вообще отдаленные такие воспоминания. Так забавно это все с это, смотрите, реально. Сюда, он здесь. Бесконечно, патрон. 2 километра нам ехать, офигеть. Так смешно вот все. Тут знаете, как все картонно, короче, чувствуется. Я даже не знаю, какая тут сложность стоит. Типа по стандарту, наверное, этот. Надеюсь, не сложно. Хотя тут что сложно для такой игры? Что тут, босс будет какой-нибудь? Уберите их ребят оттуда, чтобы мы могли двигаться дальше.
Так, мне надо пулемет тогда, да? О, смотрите. Так, а на Ctrl... Ёшкин кот! Я вас не увидел. Вид камеры для подключения, нажмите маус. Отлично. Ну это понятно, они меня прям... Азы учат, да? А я как приседать на что? Кстати, на Ctrl не приседает, на сишку не приседает. Убейте его. Так. Интересно. На, да, на сишку не приседает, на этот, на Ctrl тоже не приседает. Так, что, мне взорвать, что, бочки нужны или что? Мне просто отогнать нужно. А, вот же они, красным. Тут же красным показано, что бочки. Я, ты какие спецэффекты, ребят. Вот это спецэффекты. А теперь... Он меня задавил. Он меня задавил, тот, кто должен меня... Он меня... Вы это видели? Вот это кадр, ну ты кадр вообще. У тебя дачи вообще никакой нету. Ой, я не могу. Разброс есть, да, у нас, типа... Слушай, а если взорвать их так? Так, может, из пистолета будет получше? Да чё-то нифига. А, ну у нас бесконечный пистолет, это хорошо. Замечательно. Моя проблема в сохранении самообладания. Фух, это так было угарно, ребята, что он его задавил. Фух, это прям до слез. Он тут... А, прыгает. А что до этого не прыгал? Он с лодки, кстати, не прыгал. Так надо... От него... Подальше держаться, нужно от него. А теперь возвращаемся. Чувак, ты опасный вообще. Постой. Постой, чувак. Ху, блин, какие задние сейчас дает. Ой. Так, а сохраняться на что, интересно? Или тут автосейв действует? Ну, спасибо, услужил. Займись еще вот этим. Где? Рика, давай быстрее разберись. Тут, кстати, по... влево-право прям тяжело поворачивает он. Типа, не, ну тут вначале можно, а вот тут, видите, ой, или сам пулемет, походу, сам пулемет просто не дает мне. Фу, ну ты кадр вообще. В самом начале умереть от NPC. Я его вижу, вон он. Какая увлекательная поездка у нас. Убегайте, спасайтесь, безумец за пулеметом. Рика, нас преследует вертолет. Ёшкин кот, ты еще машина? Тут хпчки еще у машины есть, только заметил. Бегите! Бегите, глупцы, бегите! Ой, она больше угарная, это его вот первая часть. Я почти на месте и жду дальнейших. Тут так проугарить. Танго, Сиерра 287, противник обнаружен. Повторяю, противник обнаружен. Вас понял, за работу. Я вот это вообще не понимаю, что это автонаведение какое-то срадое.
Уф-уф-уф. Кстати, Викса поставил на широкоформатный режим и, ну, и на озвучку, ну и русификатор озвучки, и русификатор текста. Вот. Пришлось, правда, отдельно ставить на озвучку роликов патч и на отдельную озвучку в самой игре. Представляете, я не знаю, почему они в одном не сделали это, установщики. Я, в принципе, скинул себе на Яндекс.Диск, кому будет интересно. Если что, пишите комментарии, поделюсь с вами русификаторами. Давай, Рика, нужно работать. Ты думаешь, ты уже достаточно отогрел себе задницу, Шелдон? Тепло уже позади, Кейн. Ты только позаботься там о нашем друге Рика. Итак, он справится. Субтитры мне надо отключить. Будет тогда. Господи, мать, ты чего? И не думай о том, что я забыла последний раз, Рика. Рад, что вы знаете друг друга. Когда будете готовы к брифингу, подходите к машине. У нее такое лицо этот... пластилиновое. Так, хотите сохранить игру? А, мы так будем сохраняться? Конечно, хочу. Прикиньте. А тут нет F5, F6, типа загрузка, сохранение... для сохранения транспортных средств, да? Ага. Используйте ящики с оружием, чтобы пополнить боезапас. Ой, это вообще игрушка вообще древняя, походу, да? Используйте аптечки для восстановления здоровья. Если вот так вот, вот. Укрытие дают новые оружие. Сохранить с помощью спутниковой связи. Ага. Новые транспортные средства доступны в некоторых укрытиях. Хорошо. Девочка моя, на карте показано место вашего следующего брифинга. Так. Так, что такое? Да, давай, 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 поменяем. И вот это тоже поменяем, давай. Так, давайте посмотрим. Однерка, что это у нас? Однерка убирает вообще оружие. Двойка. Два пистолета, тройка. Ага, с глушаком. Четверка. Это тоже с глушаком. Пятерка, нет, да? Так, все полное? Подожди. Пополнить. Угу. Shift, кстати, бесполезен. Ну, хотя, может, это красится, если только кому-то. А он реально не садится на корточки. Ну-ка, Z, X. Не-а. Он вообще тут не садится на корточки. Тут нет такого режима, да? Садится на корточки. Хорошо. Так, а рядом с картой это что значит? Что это такое? Начало миссии. Давай начнем. Этот парень, которого хочет устранить агентство. Как и вчера. Президент Сальвадор Мендоза. Практически любовник наркокартеля Монтана. Имеет поддержку вооруженной армии и полиции. Мы нашли того человека, который немного осложнит жизнь эль-президента. Почему я не удивлен? Встречайте своего нового друга. Хосе Карамикас, лидер повстанцев. Эль-президента держит его в тюрьме. Как раз на этом острове. Его держат в старом испанском форту Эль Гранде, недалеко отсюда. Удобно, да? Идите к форту. Уничтожьте охрану. Освободите Карамикаса, и вы станете своим человеком. Реальным мужиком. Лучше уже будет идти. Ох, Рика, если что-то пойдет не так, помни. Ты меня знаешь? Точно. Но ты к этому привык, верно? Возьми у Кейн все необходимое. Так, найти форт и тюрьму. Хорошо. Так, а МК есть у нас на карте? Карта. Кстати, мышки, блин, неудобно, что мышки нет в этих. Вот в этом положении. Так, ага. Карта. Ой, ля ты, посмотри, нифига себе, карта большая для такой игры. Жесть. Что он так... Охереть. Мы что, гоните? Ля, ты, я хотел пешком, так и тут пробежаться.
Это не стоит делать, да? Так понял. Так, вот так все угарно. Ну, давайте. А, связь с партизанами, информация миссии. Тут даже можно посмотреть. Ваша задача — освободить лидера партизан, Жозе. Так, найти форму. Форт-тюрьму. Ага. Слушай, подожди, а там что было еще у нас? Выборск. Это что значит? Агент. Чё? Чё происходит? А, мне ещё вертолётом доставляют. Нихера себе, меня же могли разбить. Управление мотоциклом, ускорение, тормоз, я понял. Так, а натап нет. Кстати, натап можно это сделать нам. Раскрыть парашют, что? Так, карта. А, ну вот, по этой дороге мы сейчас как раз приедем. Что такое значит раскрыть парашют? Доедем мы поближе, может он выпрыгнет, парашют раскроет. Тут NPC, люди, кстати, смотрите. Да, что-то смесь Far Cry 1 и GTA-шки. Что-то такое, знаете. От GTA-шки имею в виду, что свободные. Уф. Увидите эту камеру. Свободное передвижение. Здесь места черной точки на вашей мини-карте. Полезные места. Используйте их для поиска вещей или мест, которые могут помочь. Так, стой. Ага, вот. Ты где-то на берегу, да, находится, значит. Черные места. Так, где-то на берегу. Под мостом, так я понял. О, нифига себе, что? Мы так можем делать? Прикиньте. Я тупо из мотоцикла выпрыгнул. Нифига себе, прикольно. Так, ага, поправила я, короче, на тап сделал этот и прыжок сделал на контрол. Поудобнее для себя. Сервеса фрия! Сервеса фрия! Кто кричит? Он здесь отсюда кричит, но я его не вижу. Может, из-за того, что у меня этот? Так, а ты кто? Ты обычный? Слушай, а синие что дают точки, интересно? Точно, первый Far Cry с открытым миром. Власть правительства. Ауч. Какие по мне кто стреляет уже? Нифига, что не так метко? Ага, подожди. Я, кстати, не заметил его. Что он вообще не попадает? Использовать пулемет. Руки вверх. Хочешь по-взрослому играть? Кто, кто?
Что говорит это он? Осторожно, ты так можешь кого-то убить. Схватить его! Быстрее! Чё-то чувствую я сейчас этот... В укрытие. Сосамбо. А, это ограничен, да? Кто кричит? Умри, умри, умри! Так, а как хп-шку мне интересно восстановить? Господи боже, вытащи меня отсюда! Нам нужна помощь! Цель замечена, стреляйте по готовности! Фуэго! Фуэго! Блин, звуки, короче. Пришлите подмогу немедленно. Быстрей. Моя проблема в сохранении самообладания. Так, понятно. Это что, тюрьма из GTA 5, что ли? Так, напролом идем. А? Подними свои руки. О, здоровье. А, пиндеха, убейте его. Чувак, чё? Эй, ты, стоять! Ты тут всю жизнь был? Приятель, тебе... Руку за голову, сеньор. У меня не в левом ухе, говорят, в правом левом ухе. Руки. В укрытие. Ну-ка. Нет? Стоять на месте. Эй, кто-нибудь? Откуда они... А, вон откуда появляется. Надеюсь, вы на своих местах, ребята. Эти люди совсем не ценят то, что мы делаем, сеньор. А? Тут кто-то есть? Пригнитесь. Убейте этого ублюдка. Схватите его. Нас обстреляют. Стоять на месте. Ты принес мне текилу? Пришлите подмогу немедленно. Вон он, убейте его. Я, как ты тут оказался? Что? Где? Схватить их, схватить! Нам нужна подмога. Убейте его. Стоять на месте. Эй, вон он. Вниз. А? Тут кто-то есть? Что? Где? Так, сзади. Схватите его! Прикиньте, ты мой оказался, это за кем я пришел, я его убил. Пришлите. Цель замечена. Уберите оружие, сеньор. Со звуками... Ты так можешь кого-то убить? Со звуками тут, конечно, этот... Нас обстреливают. Непонятно. Кстати, смена дня и ночи есть даже. Не оставляйте на меня. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Ты чё, дети? Чё, вообще офигел? Убей. Вон он. Убить. Пришлите подмогу немедленно. Хорошо, поторопитесь. Видишь, что происходит, когда выводишь меня из себя? Нет. Нам нужна подмога. Стоять на месте. Эй! Дети. Брось оружие! Подожди, подожди, подожди! Пошли, пошли, пошли! Так. Это мощнее, наверное, будет, эй, чем бесплатное, да, оружие? Погоди-ка. Погодите-ка, подай-ка, погодите-ка. Я тебя вижу. Выходи. Где? По крайней мере, эта новая форма не мнется. Цель замечена, стреляйте по готовности. Какая-то бестолковая тогда оружие, если он не этот, по дамагу, такой же. Где? Кто? Нам ну... А, пиндеха, убейте. Не, фигня, лучше бесплатный. Вы наставляйте на меня эту штуковину, сеньор. Пришлите подмогу немедленно. Цель замечена, стреляйте по готовности. Чё? Стоять на месте.
Эй! Я, кстати, не заметил, как... Стоять! Ой, а зачем мне прицеливаться? Руки вверх. Господи боже, вы... Схватить его! Нам нужна помощь! Брось оружие! Что? Где? Схватите его! Эй! Есть кто-нибудь? Шо, тут бесконечно появляетесь. Тебе так... Черт! Жалкие кретины! Жалкие ударьте ебукашки! Меня еще! Несчастные трусы! Можете даже убить! Вы просто жалкие, жалкие свиньи! Ненавижу! Быстрее! Нужно уходить отсюда! Поторапливайся! Идет озвучка одноголосная. Это ты голосная? Я понял. А, вижу, вы уже с ним здорово подружились. Поэтому ну, хотя бы такая. Стали гораздо сильнее. Нужно делать революцию вместе. Так, игрушка у нас долгая, да? Я так думаю, нам приятель, нужно... Приятель, тебе лучше выйти. Схватить его. Смотрите. Руку за голову, сеньор. А, мы можем так он шутить, царить? Я тебя вижу. Бросай-ка. Огонь! Убейте его! В укрытие! Нам нужна помощь! Умри, умри, умри! Схватить его! Эй! Кто-нибудь? Что это за синий туман? Прикройте! Пендьехо, убейте его! Стоять на месте! Эй! И они тпшиются отсюда! Прикройте! Укрытие, быстро! Ого! Быстро! Убейте валим, короче, ублюдка. Так же, как и пришли, убейте да? Убейте его! Бросай-ка оружие! Осторожнее с пистолетом, мистер! Покойтесь с миром, друзья! Что? Где? А? Встретимся позже в лагере партизан. Я как будто 90-ю какую-то игру играю, знаете. Ну, 90, хотя еще хуже, что пиксели же были. Приятель, надо валить отсюда. Что? Где? Слушай, а мы разбиться, интересно, можем? А? Есть тут кто? Значит, и там чувак, да? Ну ты кадр. Чё происходит? Не всплывай, господи, тут кавер, конечно. В укрытие. Так, валим отсюда. Товарищи, не стреляйте меня, вы шо ж? Вы смерти хотите? Так, а что это на 4? 4 звезды это или что? Не догоните меня, не догоните. Теперь валим отсюда быстренько. Так, а тут машины никакой не было. Мы еще по дороге найдем машину. Так, нам куда нужно с вами? Ага, ну тут, надеюсь, сейчас автотранспорт нам нужен. Тут, кстати, все блеклые вот эти люди. Что еле-еле, видите, в принципе. Ой, чувак, я его только вплотную. А чё? Пошёл. Вниз. Тут опасный какой-то. Убейте его. Чё, гранат, убей. Прикиньте, кидает меня. Меня покинули мои единственные друзья.
Ты заплатишь. Управление в доме. Так, а ты что, так и будешь мне? О, господи, вот это заносит автомобиль полицейский. Вить, а что ты штормит тебя так? Чувак, чувак, что штормит? Ёшкин кот, мать моя женщина. Что за управление отвратительное на полицейской машине? Стой, преступник! Двигайтесь! Вниз! О, господи! Нет! О, боже! Давай, беги, беги! Стреляйте по готовности! Прикройте! Кстати, я хбшки свои даже не вижу здесь. Только не вижу, что нам туда нужно. Нет! О, мы можем подняться? Давай, 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 Спайдермен, Спайдермен! Пиндеха, убейте его! Давай, давай, поднимайся, чувак. Чувак, это рэпчик. Так, передвигайте смешно, конечно, тут. Нет, только не скатывайся вниз, не скатывайся. Угу. Получай. Тут не действует такая система, как GTA-шки, типа уйти. Вот. Чтобы они меня не видели. О, вот, да, четверка пропала, смотрите. Это, походу, реально 4 звезды было. Мой брат, ты свободен. Благодаря этому Омбре Эсперанзе, теперь он один из нас. Свободный солдат против Эль-Президента. Вы все поняли, амигос. Хосе, тебе нужно идти, солдаты. Да, мне придется на время исчезнуть. Но мы же вскоре встретимся, верно? Вот, миссия завершена. Хотите сохранить? Конечно, хочу, да. Так, слушай, а я еще одну... Успею миссию с вами сделать? Так, 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 куда? Если вам нужно транспортироваться, нажмите высадка. Да, я понял, понял, не нужно мне. Информация о миссии, что дальше нам? Так. Отлично, Рика. Теперь помоги новому товарищу освоить Лос Миразолес. Ага. Ну что, идешь дальше? Хорошая идея. Так, это у нас... А что такое приближение так слабенькое? Максимальное приближение, конечно. Ну и давайте, в принципе. Да, мышка здесь, блин, в меню не работает. Ну, пойдемте. 700 метров, да? А если я, интересно, умру? Тут еще свободное падение есть. Ля-то, посмотри. Вот чего ремастер на одну сделать. Вот первой части, вот это было бы круто. Кстати, что за синяя, кстати, так не узнал. Давайте, давайте приземляться и узнавать, что за синяя. И камера, конечно, тут.
Тряпки не нужно, ничего не собирать. Тут, правда, места такие, если упасть, то фиг поднимешься. Курица, собака. Тихо-тихо, я потом фиг поднимусь, да? Мне бегать сколько нужно будет. Так, подожди, а на карте у нас тут не показано, что это? Легенда, где легенда Return. Return это что у нас? Собрать вещи миссии. А, подожди, что за миссии вещи? Я же F нажимал. Что происходило сейчас? Так, вот сейчас как раз узнаем, что при смерти, что нас ждет. А, мы просто вон тупо где появились. Отлично, Рика. Теперь помоги новому товарищу освоить Лос Миразолес. Я понял. Мы с последнего чекпоинта, да? Просто тупо будем подниматься. А, Е раскрыть, а я F-ку нажимал, блин. Е раскрыть парашют. Все. А я почему-то Е-шку нажимал, типа по привычке всегда же на F-ку же. Ну давай тогда сюда приземлимся. Посмотрим, что собрать. Что за вещи миссии. Кстати, как удобно на парашюте. Вода, кстати, прикольно сделана. А, это деньги? Или уважение, что-то мы... Что? Один ноль из десяти. Это знаете, что, ну, типа подковы, как GTA-шки. Один из... А вот реальная игра, в принципе, нормальная такая. Но вот ремастер этой бы игрушки бы не повредил бы. Вперед, дружище. Поселение, что же, вражеские войска. Ну, это аванпосты тоже из того Far Cry. Да здравствует революция. Ура, товарищи! Ура, ёшкин кот, что происходит? Схватите их. Нам нужна помощь. Умри. Цель за... Хорошо. Что происходит? Движение такое хаотичное. Схватить тут. Его. Боже, нет. Боже, блин, нет. Блин, а... Нам... Стреляйте по готовности. Хорошо, подходитесь. Кто мы? Кто есть кто? Ты за кого? Ты за кого воюешь, чувак? Я не знаю, кто за кого воюет. Огонь. Убейте. А, это за нас зеленым, да? Пошли. Синий против нас, Боже, я понял. Нет. Убейте этого ублюдка. Двигайтесь. Эй. Так смешно тут происходит, как комедия, тут какую-то мелодию это нужно. Веселую мелодию. Та-та-та-ра-ра-та-та-ра. Что-то они тут бегают так смешно угарно. Боже, нет. В укрытие. Прикрывай задницу, солдат. Главное, чтобы меня обойти бы не... Огонь. Убейте его. Получай-ка. Боже, нет. Машину бы сзади бы не задавил бы.
А то это было бы эпично. Так, а я на крышу не могу? Нет. Кто стреляет в нас еще? Прикрывай задницу, солдат. Цель замедлена. Я, кстати, Г нажимаю, и у меня что-то гранат не летит. Надо, наверное, прицеливаться, чтобы еще. Спасибо, патрон бесконечно у нас. Схватите его. Так, а вы что так медленно? Господи боже, бейте его. Ну, знаете, что я понял? Музыки из Бенни Хилл не хватает. Что? А вы дальше не хотите? Там кто-то застрял, бедолаги, кто-то... Они меня стреляют, а вы меня зачем стрелять? Не меня. Кто меня стреляет? Хорошо, поторопитесь. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Идеальное оружие. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Бесконечные патроны. О, господи, это мой. Кстати, тут черные точки какие-то. Надо найти их. Схватите его. Умри. Непонятно, где он тут. Умри, умри, умри. Умри, умри, умри. Схватите его. Убейте его. Нас обстреливают. Нам нужна помощь. Да не может быть, блин, сколько раз промахнулся. Не, прощи, тут классный, конечно, он так высоко прыгает. Так. Получай. Так, а где это? Вон он. Может, убейте его. Быстрее, нам нужна помощь. Ёшкин кот, вы шо? Огонь, убейте его. В укрытие. Быстрее. Прикройте. Пошел, 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 пошел. Огонь, убейте его. А мне сзади еще в спину кто-то, ах ты паршивец. Прикройте. Вон он, убейте его. В укрытие, быстро. Айдиос! Нам. Прикройте. Схватить его. Ёшкин кот. Пошли, 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 пошли. Так, только не сдавите меня. Беги его. Вниз. Пришлите подругу немедленно. Умри. Тинга, локу! Э, вы что спавнитесь тут, что ли? Хорошо, вперед. А, блокад правительства, он наверху, быстро, я только заметил. Быстро. Хочешь по-взрослому играть? Быстрее. Берегись. Цель замечена. Стреляйте, вы готовы. Так, подожди. Информация миссии. Что ж ты, блокад правительства? Хочешь по-взрослому играть? Пригнитесь. Ага. Пришлите подмогу немедленно. О, господи, нет. Огонь, убейте его. Нам нужна подмога. Мне нужна подмога. Пришлите подмогу. Ёшкин кот. Пошевеливайтесь. Мы под обстрелом. А, пендьехо, убейте его. Так, подожди, а вот туда гранат надо кинуть. Аве Мария Пуриссима! Матенус Пуэркос! Да, походу, туда гранат надо кинуть. Боже, нет. Только я вот это целился вроде. Господи боже. О, боже! Убейте его! Угу.
тетива! Вниз, пригнитесь! Тихо, убейте его! Вниз! Боже, нет! На тебе! Схватить его! Быстрее, нам нужна помощь! Пригнитесь, солдаты! А, пендьехо, убейте его! Угу. Боже, нет! Ты чё сдаёшься? Ты чё руки поддел, короче, чувак? Женщины тут что? Что вы тут забыли? Женщины, вы что вы тут забыли? Тут же хаос. Быстро. Чувак просто ходит, знаете, такой. А чё ещё? А, вот, я понял. Замечено. Стреляйте по готовности. В укрытие. Быстро, быстро, быстро. Блин, чувак, ты же за меня вроде. Уровень 3 пройден. Йоу. Тут они, кстати, курицы, короче, этот. И они бегают, как будто как курицы. Ничего лично, мужики. Я потому что сам тут не понимаю, что вы тут забыли. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Это мои союзники, я прям толкну к ним. Нас обстреливают. Вон он. Убейте его. Схватите их. Боже, нет. Цель замечена. Чего нифига этот не разрушается? Пригнитесь. Быстрее, нам нужна помощь. Схватить его. Берегись. А это эти? Лампочки, я думаю, что стрелки какие-то наверх показывают. Черт, возьми. Что нужно делать? Нам нужна помощь. Черт, возьми. Черт, Господи, побери. В укрытие. Вон он, убейте его. Блин, они между собой стреляют, вообще непонятно. Черт, возьми. Что они хотят? Быстро в укрытие, быстро. Нам нужна помощь. Огонь, убейте его. Хочешь по-взрослому играть? Пошевеливайтесь. Как взрослым, я не пойму, что вы от меня хотите. Это полиция. Может, их парочка осталась? Схватить их, схватить. Схватите его. Быстрее! Мы под обстрелом. Нам нужна подмога. Не, вы чё? А, подожди, может эти здания разрушить быстрее. Надо? Господи боже. Убейте его. Нет. Я не пойму, товарищ позор. Блин, вы что на меня атакуете? О, боже, какой мужчина. Потому что они за меня, по идее, должны быть. Но они меня как-то атакуют. Вражеский флаг. А, подожди, может вообще просто подойти и Ешку нажать надо? Тут надо было, кажется, подойти и Ешку просто нажать было. Гриффиндор, 5 очков. Флаги поменялись на Гриффиндор. Последнее освобождено. Поселение. Все так угарно. Еще дальше. Очки престижа звания работают на... Чё-чё? Ридио и сопротивление. Вы зарабатываете очки для престижа. Узнаете политическую ситуацию в Сан-Хосе. Следующая остановка Мерекуре. Милое место для начала войны. Деревня Мерекуре.
Слушай, а я сохраниться могу тут? Причем мне тут даже не предложили сохраниться. А, потому что миссия не выполнена, да? Так, где ёшкин кот? Куда нам ехать? Нам нужна этот транспорт. А, эвакуация. Политическая карта. Так, надо только подальше идти, потому что как-то жестко сбрасывает. Мне кажется, можно... Огромный ящик, который еще разбивается. Чувак, это нас может убить. Тут нас может все убить. Блин, так непривычно. Карты что нету. Приходится... назад надо ехать, да? Сюда же надо ехать. Ну да, пойди сюда. Ёшкин. У меня голова кружится от управления транспортом. Хотя это может только смотаться. Вы это видели? Это было опасно. Чувак, ты что, мне хотел задавить? Так, куда дальше? Налево, да, по идее? О, господи, ты мой, камера тут. Чё? А что это было сейчас? Или я Ешку случайно нажал? Походу, Ешку случайно нажал. Тихо-тихо-тихо. Модель. Да, кстати, тут отдельные части некоторых текстур вообще мне поражают. Типа вообще отличаются. Типа вот вывеска мотеля была как-то детализирована больше, чем все остальное. Да, походу, какая-то физика, даже мотоцикл тут есть. Ну, своя тут игровая физика. Потому что, видите, какие-то... Машина не так управлялась, да, это полицейская там машина же кошмар был управлялась, помните? Угу, ну тут, правда, физика вот падение с мотоцикла, я так понял. Это что сейчас было за... Музыки, да, реально не хватает. Знаете, такой пуэрториканской музыки не хватает. Таран-таран-та-та-таран-та-та-таран. Либо кубинской, либо пуэрториканской. Хотя кубинская, пуэрториканская, это же почти одно и то же. Кубинской не хватает музыки. Так, я понял. Что, народ, зажжем рок в этой дыре, давай! В атаку! В атаку! В...
Ну я теперь хотя бы один мне в спину стреляет, дайте. У меня уведомление приходит, что мне в спину кто стреляет. Нет! Нам нужна подмога. Замечательно, первый уровень пройден. Берегись, беги, уйдите отсюда. Берегись. Матерус Куаркус. Они, кстати, сами разрушили куда лучше. Мы под обстрелом. Вот это. Убейте его. Укрытие. Хочешь по-взрослому играть? Так, я понял, черные точки, это значит, что-то уничтожать надо, да? Нам нужна подмога. Огонь, убейте его. Пожалуйста, сеньор, у меня же дети. Укрытие. Это так смешно, блин. Укрытие. Чувак, ты за меня же играешь. Нет. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Ты за меня играешь, все, что меня кидаешь. Схватите его. Двигайтесь. Нам нужна подмога. Боже, нет. Озвучка упоротая, тут все упоротое. Аве Мария Пуриссима! Нам нужна помощь. Блин, ты чувак, ты из-за меня, блядь, ты шо? Двигни, солдат. Двигайтесь. Смотри, у меня стреляет. Хотя дамаг вроде не проходит, да, когда они по мне вот так? Быстрее. Схватите их. Аве Мария Пуриссима! Ну? Аве Мария Пуриссима! Господи боже! Я сам в шоке. Чувак за мной бегит, короче. Прибейте, солдаты. Вон он. Убейте его. Пришлите по... Вон он. Убейте его. Так. Боже, нет. А, это Слизерин, точно? Флаги Слизерин, да. Гриффиндор, 5 очков. Пожалуйста, сеньор, у меня же дети. Миссия завершена. Конечно, хочу. Какие-нибудь случаи нажать нет. Ну, игрушка так, веселенькая. Прям... Так, прям Saints Row, только всему так, находясь работодателя сопротивления. Ну, кстати, легко, хорошо, если вы, да, понимаете, принципе, что делать. Дело. Ребят, давайте на этом с вами закончим. Пишите свои мнения, играли ли вы когда-нибудь в такие замечательные игры, как Just Cause. Капкан. А мы, в принципе, завтра еще поиграем с вами. Посмотрим на вашу, кстати, реакцию. Если понравится, будем продолжать. Если не понравится и не зайдет, то, в принципе, пару роликов снимем. И, в принципе, на этом и закончим. Всем хорошего настроения и увидимся с вами в следующих сериях на канале Like of Games. Всем пока!